Станислав Алексеевич, ну, первый день чемпионата, всем очень волновались, да, чемпионат домашний и такой результат. Как вы оцениваете? Ну, я хочу сказать, что волновались мы, конечно, не напрасно, потому что, ну, действительно, любое выступление в родных стенах, оно дополнительная ответственность. Но, как сегодняшние соревнования показали, наши москвичи, что ли, они как раз справились с ответственностью и удачно выступили в родных стенах. Конечно, это здорово. При таком скоплении публики выиграть 2 золота чемпионатов мира, ну, я думаю, что это, во всяком случае, в моей не активно спортивной карьере, это фантастический день. Скажите, пожалуйста, а по качеству фехтования, вот если брать Соню, как, насколько она была сегодня хороша и за счет чего выиграла? Соня, можно сказать, что она полностью восстановилась, потому что во всех поединках она фехтовала разнообразно и, в общем-то, делала то, что от нее ожидали. Да? То есть у нее была великолепная атака, много защитных и активных действий. И она во всех боях контролировала ситуацию, и счета поединков там говорят сами за себя. Единственное, может быть, в полуфинале она вышла так несколько не настроившись, что ли, так, не войдя в бой. Но я думаю, что из-за паузы между там четвертьфиналом и полуфиналом. Вот. Ну, собственно говоря, это говорит об высоком ее мастерстве, в котором никто не сомневается абсолютно. Она сделала то, что от нее требовалось, и в отсутствии спортсмена, который, ну, скажем так, традиционно составляет ей конкуренцию, Ольги Харлан, кореянки Ким, Загунис, она выполнила свою задачу. Это говорит о мастерстве. Вот. Что касается Алексея, он очень тяжело сегодня фехтовал. У него все бои у него были очень тяжелые, напряженные. Видно было, что он горит желанием все-таки, несмотря на то, что Леша большой мастер и прожил в этом спорте блестящую карьеру, завоевал множество медалей, но как раз мирового титула у него не было. И всегда чемпионаты мира были камнем преткновения у него, то у него травмы преследовали, то еще какие-то причины. Но сегодня он выдавил из себя эту победу. Видно было, что он тяжело шел к финалу, и в финале уже раскрылся полностью, то есть он к золотой медали летел как на крыльях, поэтому... Безусловно, великий день в истории российского фехтования. Великий день для всех нас, кто любит фехтование, кто им живет. Поэтому я поздравляю всех. Спасибо большое.